Погодку у нас оставляет желать лучшего. Сегодня, кстати, 9 мая. Всех поздравляю с этим великим светлым праздником Победы. Вот у нас до этого была, значит, темнота, пасмурно, холодно, даже снег шел периодически. И мы не ходили на митинг, потому что очень холодно. Сейчас, наверное, 2 градуса только. Окно у меня открыто, потому что батареи пышут. И сейчас кое-где-то стало проглядывать солнышко, но все равно там вон тучки набегают. Наверное, будет либо снег, либо дождь. И туча такая прям, как будто как снежный прет. Вот. Ну, снег передавали. Да, в принципе, ожидаемо. Будем ждать. Окна я ничего не мыла перед Пасхой. Ничего, сейчас вот прям тепло-тепло будет. Я все помою, потому что даже не хочется сейчас мыть. Потому что сейчас, если будем тут клеить... Да, иди смотри. Будет пыль, будет пылюка, грязь. И потом опять все это протирать, мыть. Лучше я после поклейки все потом просто помою. И все, не знаю, вечером сегодня концерт, Василиса выступает. Но будут в помещении выступать. Вот, я не знаю, если получится, веньку с собой брать не буду. Может, к папе его отдам. Вот. А сама схожу с Васюшей на концерт, потому что те разы не получилось. Венька болел, потом я заболела перед ее днюшкой. И в итоге потом, прям на сам день рождения, Василиса, короче, свалилась с температурой. Тоже не знаю, что за симптомы были. В общем, до врачей я так и не дошла. Вроде полегчало, и ладно. Ну, понятное дело, все так делают. Полегчает и не идут. Но вроде как бы тьфу-тьфу-тьфу. Но вот в следующий раз, если надеюсь, что такого не будет, но пойду схожу. Потому что звонили к терапевту, не так просто-то попасть. Поэтому, получается, когда была запись, у меня уже все прошло. Поэтому я как-то успокоилась и никуда не пошла. Вот. Так, покажу вам свой туалетный стол. Он у меня появился, наверное, год он у меня, полтора. Не так давно, в общем, перед Новым годом я себе потом прикупила комод для косметики и организацию, получается, вот такой вот контейнер для косметики, вот чем я пользуюсь на данный момент, потом поближе покажу. Также под кисти, чтобы не пылились. Вот, мне проще просто взять там салфетку, тряпочку, вот эту всю поверхность вытереть. Вот такую шкатулку у меня тут, бижутерия, и серебро лежит. Вот, знаете, знаю, что продавались такие фикси, долго их не было, я заказала на ВБ, но на ВБ, конечно же, она была не бюджетная. А потом через какое-то время появились такие шкатулки, но именно белого цвета не было. Были бежевые, какие-то еще черные, по-моему, зеленые даже. Вот, контейнер под палочки, под диски взяла такой. Вот, также, и, кстати, под такие салфетки тоже брала, есть, но что-то как-то я не поняла, как ей пользоваться, неудобно очень. Но я потом вам покажу. Ну, вроде пока она стоит, мне особо не это. Потом тут у меня... маски, такое все то, что новые пробники. Тут у меня ватные диски, заколки, так мелочь всякая. Господи. Там дальше у меня, ну потом покажу тоже, может у меня просто стоит вот такой пуфик, да. Да, брала себе вот такой пуфик, не стала пленку полностью пока снимать. У меня кошка на нем периодически спит, он вообще весь волосатый. Но так как будем тут все клеить, не стала я обрывать пленку. Хотела оборвать, кстати, пленку, он у меня стоял в пленке. Потом говорю, нет, сейчас пока поклеим все, потому что проще будет его, не знаю, все куда-то в комнату не получится унести. Придется все просто на середину двигать, чтобы клеить. Вот. Мне проще, допустим, верхушку будет какой-нибудь тряпкой накрыть, нежели вот весь пуфик, чтобы потом отмывать. Ну, прям ты тут сел. Ну, потому что, чтобы я не упал. Ты смотри, кровать как все взъерошила опять. Мама, сфоткай меня. Я тебя и так снимаю. Кровать брали ну, с рук, но я тебя сфоткала. Вот. А сегодня Катя, которая пришел ко мне, он вчера... Никто тебе не приходил. Не надо, что... В общем, вот эта кровать взяли с рук, и она даже на год нам не хватила. Короче, она вся... У нее все шурупы, все повылетали. Короче, она вся... Дно у нее все откололось. Я, короче, на Озоне приглядела такой диванчик. Сюда как раз тоже пока поставится. Купим диван. Что-то, ну, такой, знаете, как раскладной. Я складной такой метровый диванчик. Вот. И как раз получается, пока кровать стоит здесь, у нас же
На этот Новый год елка вот тут в этом углу стояла. Было вообще неудобно. Вот. То я сейчас все уберу. Это венька. Да не вчера. В этом углу стояла елка. И, соответственно, вот к окну даже подойти и развесить это. Либо на кровать лезть, ее будоражить. Сбоку тут неудобно елка. Потому что елку мы купили новую. Вот. Ну, короче, у меня в планах вот сюда диванчик купить просто. На Озоне, потому что тут таких я у нас не видела, которые мне нужны. На Озоне и шкафы там я проглядела. Хочу в коридор один типа шкаф-купе и в другой коридор тоже поменять. У нас там старенький стоит, ну, чтоб все... Ну, конечно, это не сразу все, это постепенно я все куплю. Ну, и давайте вам покажу. Значит, решила заказать на пробу портрет вот такой через Валберис. Я знаю, что в Рязани мы как-то видели, там заходишь в студию, заказываешь. Также через 3 дня готов. Вот, а это сейчас такая услуга стала действовать на Валбересе. И по привлекательной цене я заказала на пробу свой. Не стала ни чей-то. В принципе, я результатом довольна. Даже хороший прям такой вариант на подарок. То есть у меня в задумках уже есть. Я, конечно, хотела сначала детский портрет заказать, но что-то фотка совсем прям... Ну, давно не фоткала, надо как-нибудь детей вместе нафотографировать, может, на фотосессию сходить. Вот, а потом, соответственно, заказать портретом. В принципе, знаете, я довольна результатом. Вот, поэтому ссылки вам тоже все оставлю в Телеграм, ловите. В общем, короче, я не знаю, у нас как бы ремонт, вы видите, по задним стенам. Прилепила я кое-как конструкцию, до конца не получилось закрепить. Надеюсь, что мне ничего не рухнет. Я сейчас хочу воспользоваться вот этим сухим шампунем. Кстати, я вам его как-то показывала. В принципе, неплохой он. Относительно за свою цену, нормально справляется со своей обязанностью. Просто у нас на улице колотун, я не хочу мыть голову сейчас. Я просто хочу сухим шампунем делать пучок и пойти, наверное, не в шапке, а в повязке. Вот. Поэтому... Видите, у меня высыпание, потому что я недавно отболела, и мне вечно после болезни меня всегда подсыпает. У меня еще такая особенность, вот чешется, не знаю, что-то разговаривать. Я понимаю, что это нельзя ковырять, но я ковыряю, потом хорошо обрабатываю, прижигаю. Ну, не могу от этой никак привычки. Вот я, кстати, решила волосы красить, я, может, как-то сказала. Вот. Красилась я эстетической краской оттенок мокрый. Вот я сейчас купила еще, потому что пора корни покрашивать. Мне, наверное, после праздника с этим займусь. Сейчас они еще немножко отрастут корни, чтобы понимать, где что прокрашивают. И прокрашу. Ну, в принципе, мне надо только вот это вот все. Да, на темные волосы немножко белит, но это все поправимо. Просто вы распределяете, чтобы она близко очень заседачила. И сразу прям хорошо видно, что вот не такие разные. Надо подальше просто. Я что-то... Так, ну да. Почему так? Знаете, в принципе, за свои что-то 230 я его брала рублей. В принципе, пойдет. Мне вот чисто, чтобы сейчас сделать пучок, чтобы видно было, что челка не засаленная. Вот. Поэтому рекомендую. Идете? Ну, что молчишь? Ну, мы вчера катим. Вчера с Катей сговаривался, и он дома был. Да, да. Да. И куда ты сейчас идешь? Мы сейчас идем за Васей на концерт. Да, только мы на концерт. Чу-чу, опоздали. Да. Ну ладно, она будет первым. А корова чу-чу. Наступать. А корова чу-чу. Корова? Да. Я вчера смотрела по картошку, а корова чу-чу. Да? Угу. Понятно. Давай руку. На руку. Не холодно тебе? Нет. У нас дубак. Я даже зимнюю куртку достала. И моей нет дома. Венька одет в костюм. Какой в нем? Да минус
идти ходить можно. Да, Вень? Да. И варежки. Перчатки он не любит. Ну, любит. Дели варежки, зато тепло, да? Мама, это что за бомба? Вам подарки, которые куплены были еще на 23 февраля и на 8 марта. Это такая куколка Пупсик. Такой вот танк, в котором видно шестеренки. Это вот, чего? У Вени таких много всяких машинок. Вот, в общем, на подарки отдать надо. Передали, что. Веньке пришла еще одна кепка на замену. У нас такая серая была, куда-то дело заказала, такую в синем цвете. Так, вот такая кепка, будет у него в ходу их две. Найк, но это не оригинал, но, кстати, выполнено очень, очень хорошо, я бы даже сказала. У нас такая серая была,
Вот, ну, походу, мы ее все-таки потеряли. Серую. Вот эту, кстати, сразу, да, я одену. То выбирала, то не понравилось ему. Вот эту прям, да, я одену. Ну, ладно. Так, решила на лето обновить свой телефон. Взяла такой красивый чехольчик. Ну, кстати, он такой плотный силикон. Я вообще думала, что пластик будет. Прям плотный силикон такой. Ярко-розовый. Так, вот такие кисточки. Короткой, средней и подлинней. Вот, беленькая. Вот эта база от X-Nail. Неплохие такие. В этот раз взяла побольше тюбик. Были такие прям маленькие, узенькие. Взяла побольше. Взяла вот такой гель-лак в жемчужном оттенке. Мне очень понравился. Тоже от фирмы X-Nail. Вот. Буду пробовать, потому что я еще маникюр ничего не делала. Нужно будет попробовать. И заказала контейнер. Сейчас покажу для фрез. И вот такой контейнер для фрез. Не помню, какого цвета заказан. Но, в принципе, мне не принципиально, какой цвет. Тоже цена такая хорошая. Что-то до 150 рублей я его взяла. Ссылки также будут в Телеграм. И будет очень удобно, я считаю, будет, когда фрезы будут вот так в одном контейнере все храниться, нежели в каждом контейнере. Они у меня валяются по большому контейнеру. Также диффузор, видите, от этой серии. В этот раз взяла мята ментол. Так вот это все выглядит. Коробочка красивая. Все, и там находится, соответственно, сам диффузор. 4 палочки. Кстати, до этого приходило по 5 палочек. 5 палочек. Вот они. 5 палочек. Ой, я открыла, уже так пахнет. Так пахнет мятой, вкусно. Вот такой. Также взяла вот такой дозатор под жидкое мыло в ванну, чтобы все у нас стояло однотипное. Вот такой, кстати, это идет на 0,5 литра, есть еще на 300 миллилитров. Вот, типа а-ля Икея был написан, но не знаю, может, в Икее такие были. Посмотрим. Пластик тоже, пластик очень хороший, плотный. Вот, посмотрим, насколько хватит. Так, ну вот это клеёночка пришла мне, правда, аромат у клеёнки. Ну, пахнет, воняет клеёнкой. Плюс она упакована была, я думаю, запах улетучится. Вот такая яркая. Ананасы, арбузы, лимоны, клубнички, киви и листочки. У меня, кстати, обои такие на кухне тоже листочки, ананасы всякие. Поэтому будет подойдет. В общем, такие яркие тона. Ну и младшему сыночку заказала еще 2 футболки. Вот я вам ранее показывала, у него там с акулой футболка. Это еще 2. Или с чем я заказала? С динозавром. С динозавром футболка. Это, в общем, с акулой и с крокодильчиком. И шортики ему взяла. Так, вот такая расцветка шорт. Взяла, по-моему, тоже 110, короче, на 5 лет. Но они, не скажу, что прям большие. Кармашки. А, думала, кармашки обманщики. Нет, карманы настоящие. Вот эта фирма. В принципе, такой, знаете, ну, качество хорошее, все прострочено, все хорошо сделано, утяжка не, тоже не обманка, то есть можно будет утянуть, если что. Так, вот такая футболка, но эту я взяла 120 рост, короче, на прозапас, на потом, когда подрастет. Тоже такая нежный, приятный такой оливковый цвет. Вот, и тематика на ручке тоже такие. Так, ну и акула. А тут она уже такая, знаете, наклейка. Тут плавничок пришит. Вот. И, кстати, хочу сказать, упаковано прям хорошо. Упаковано вот в такой зип-пакет. И упакована еще сама футболка в такой пакет. Плюс еще вот такая вот под наклеечку. Вот под такое. Вот такая вот, как ее бумажка. То есть хорошо упаковано на совесть. Так что ссылки оставлю в Телеграм. Так, ну что, уже следующий день. Села перекусить. У меня такой перекусик будет более-менее легенький. Еще кофейку себе выпью, потому что я как бы сейчас стараюсь перейти на более правильное питание. Да, немножко надо подскинуть. Вот, и потом буду на кухне тут все
мыть, убирать и потом менять клеенку. В общем, все потом покажу. Вот, всем приятного аппетита. Так, вот так веселенько получилось. Собственно, мне ее пришлось подрезать, но это ничего страшного. Я на подоконнике сейчас тоже кошке поменяю клеенку, чтобы более-менее сочеталось. Как раз все помою, уберу, ей аккуратненько сделаю. Так вот, я ее помыла с мылом, с хозяйственным, протерла, чтобы более-менее запах отбить. Кстати, уже не пахнет, так что ссылки также все в Телеграме будут.